Добрый день, дорогие мои друзья. Ой, жара сегодня страшная. Жара, потом ветра нету совсем, можно сказать. И мошка. Мошка с комарами — это что-то с чем-то. О, Дота вылетает. О, еще один вылетел. Мошка и комары прям вообще даже не дают покоя. Да, жара страшная, ужасная просто. Сегодня с утра, как говорится, немножко занимался делами. Ну, дела какие? Так, ну, сделал, во-первых, я сделал туалет. Уличный, сельский, деревенский, или как там еще можно сказать. Но главное, что сделал туалет нормально, чтобы со всеми, так сказать, чтобы можно было сесть и посидеть. Да, а не как говорил Павел Воля, заходишь как динозавр, так еще надо там умудриться встать так простопырку, да? Нет, все это убрали, все нормально сделали. Ну ладно, это все мы отложим в сторону. Сейчас я хочу делать на кухню, летнюю кухню, освещение туда надо сделать и розетку. Так, вот сейчас вот примерно так вот будет выглядеть эта проводка. Уже начал делать. Ну, конечно, не сказать, что прям по первому классу делаю, потому что у меня крепежей нету для проводов. Пока так сделаю, потом крепежи, возьму крепежи и уже на крепежи буду ставить провода. Пока вот так вот сделал. Вот. Надо будет разведать коробку еще сюда, потому что здесь розетку сейчас буду делать. Пока вот так вот сделал. Потому что здесь у меня арколовки. Вот. Банки старые. Все надо прибирать. Стол, сетки. Вот. Все тоже надо будет прибраться здесь и привести в божеский вид и рабочее место. Вот. Потом здесь вот это вот окно хочу убрать и поставить здесь сетку, натянуть. Ну вот, лампочка Ильича загорелась и здесь розетку поставил. Пойдет пока так, ничего страшного. Осталось только все прибраться. Вот мы сделали сеточку, окна убрали, чтобы немножко продувало, и вот здесь вот такую занавеску повесили, тюль, чтобы комары не залетали. Зажгем сейчас, а потом будем перебирать. Вот эти сетки надо будет убрать, это все убрать надо, как его, эти арколовки, баки, комбез, вот это все надо будет убрать. Банки тоже сложить, полочки надо будет сделать еще. Вот здесь вот дополнительные. Блин, сегодня так столько мошки. Это просто ужас. Невозможно, прям невозможно. Всем большое спасибо за просмотр. Пишем комментарий, ставим лайки, подписываемся. А мы идем дальше работать. Ну и походу будем снимать.